Накануне Нового года в сельскую администрацию Бжедуховского сельского поселения позвонили из Славянского района. Там местные поисковики обнаружили останки Ивана Никитовича Волкова, жителя станицы Бжедуховской, погибшего в 1943 году в боях за Кубань. А на днях в станице прошло торжественное перезахоронение героя-земляка. Великая война и великая победа. На протяжении десятков лет мы узнаем все новые имена солдат, отдавших свои жизни за мирное небо. В год 70-летия Великой Победы это особенно символично. На подвиг вновь звала страна. Солдатский путь далек. Изрыли бомбы до черна, обочины дорог. Я сам воочию видел смерть. Шел от воронок дым. Горячим запахом металл запомнился живым. Пусть всех имен не назову, нет кровнее родни. Не потому ли я живу, что умерли они? Когда в Бжедуховской администрации раздался звонок из Славянского района с предложением забрать и перезахоронить останки земляка Ивана Никитовича Волкова, погибшего в 1943 году, глава, не раздумывая, дал положительный ответ. Своей жизнью продлил нашу жизнь, украсил нашу жизнь и, в принципе, дал нам жизнь. Мы будем дальше идти только с верой, только с патриотизмом и только с победами во славу Кубани и Великой России. На местном гражданском кладбище собрались станичники, школьники, казаки, члены общественной организации «Боевое братство», военнослужащие 10-й ордена Жукова, отдельной бригады специального назначения. 19-я стрелковая дивизия, она участвовала в битве под Москвой, освобождала Краснодар, Краснодарский край, и Волков погиб. Он является примером и должен являться примером для всех. Примите благодарность от главы района Ивана Ивановича Имрут за то, что вы присутствуете на торжественном таком мероприятии. Сегодня, конечно, скорбный, траурный день, но он светлый. Прежде всего потому, что земля Бжедуховская нашла своего сына и силами поисковой организации. Благодаря ответственной работе поисковых отрядов, которые работают в самых различных регионах страны, обретают свои имена и неизвестны солдаты других войн. Благодаря таким людям, которые ведут кропотливую работу по обнаружению останков воинов, идентификационным мероприятиям, перезахоронению останков героев, неизвестный солдат превращается в солдата, обретшего свое имя после гибели и на поле брани. Иван Никитович Волков считался без вести пропавшим 72 года. Его имя стало известно благодаря поисковому отряду «Кубанский рубеж» из Славянска на Кубани. Один из участников отряда, Петр Кузнецов, написал стихи в память о погибшем. Те друзья, с кем в атаку ходил, расписались за всех на Рейхстаге. Вместе с ними и ты победил. Через 70 лет и 2 года ты дошел до победы своей. Пусть земля, та, с которой ты родом, станет пухом в могиле твоей. Ныне живущие хранят память о погибших дедах и прадедах и передают молодым эту связующую нить. Молодежь, обращаюсь к вам, запоминайте, смотрите все, да? Служите, подрастайте, служите нашему государству, защищайте свои дома, свои семьи, так же, как это делали наши деды и прадеды. Свое последнее пристанище солдат Великой Отечественной войны Иван Никитович Волков нашел на родной земле, откуда ушел защищать страну. Похоронен с воинскими почестями, был исполнен российский гимн и дан троекратный оружейный залп. Былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь
нам завещали один. Мы в груди храним. Татьяна Шуляцкая, Сергей Гриценко. События и люди.